Итак, всем привет! Сегодня мы будем измерять емкость у второго аккумулятора. Переворачиваем его. Циферка 2. Вот у него партийный номер. Год выпуска. Так, предварительно замеряем напряжение. Он у нас отстоялся вверх ногами сутки. 13,27. Вполне себе неплохо. И теперь нам предстоит с вами узнать его реальную фактическую емкость с момента хранения. 9 лет прошло. Аккумулятор, можно сказать, не использовался от слова почти вообще. Таким вот макаром мы дотягиваемся как-нибудь. А как я тогда держал? Ну, положим тогда. Вот таким вот образом, чтобы нам было удобнее подключаться. Так, сбрасываем значение. Выкручиваем ручки в ноль. И тоже 5 ампер потихоньку добавляем. Поехали. Вот, в принципе, у нас все данные видны. Может, вот так вот проще будет. Тут ничего страшного, счетчик у нас работает в реальном времени с независимым питанием, поэтому 5 ампер, как мы с вами запрашиваем. Вот таким чудесным образом мы с вами проведем тестирование на емкость данного аккумулятора. При 5 амперах видим, провалилось до 12,2. Очень неплохой показатель. И у этого аккумулятора, напомню, была проблема, то что в центральными банками у нас был перезаряд. Но это, в принципе, я выяснил при первом включении заряд разряда. И таким образом получается, что если я сейчас его разряжу и заряжу, емкость у него фактически может залиться даже больше. Это мы можем наблюдать по конечному току заряда, который у нас будет в режиме поддержания после того, как вся емкость зальется. Ну, подождем, посмотрим. Примерно время разряда составит около 2 часов, как у прошлого, если мы отталкиваемся, потому что они одногодки одной партии, но единственно находились в разных местах. А тут, наверное, 20 не получится. О, превышение идет. Ну ладно, окей. При 10 амперах сколько тут будет? 11,6. Очень даже неплохо. Хороший показатель, то есть его можно, в принципе, еще использовать, например, в электротранспорте. Ну или в источниках бесперебойного питания. Но про это я расскажу как-нибудь в другой раз. О, отлично. В общем, ждем, какая емкость у нас набежит в итоге. Итак, разряд закончил, можно было бы еще больше разряжать. 17 ампер показал. А, тут я уже говорил, какая проблема, поэтому надо было чуть пониже разряжать напряжение. Видим 9 с чем-то. А то, что ток он еще берет, отдает. Вот смотрите. Вот я нагрузку 17 ампер в него до 2 вольт проваливается. Но я еще раз говорю, эти аккумуляторы глубокий разряд переживают отлично. И сейчас мне необходимо поставить на зарядочку. Так, отключаем нашу нагрузочку, убираем ее в стороночку, берем, подключаем питание на всякий пожарный. Так, и сбрасываем 19 ампер, у нас показал этот аккумулятор, и ставим его на зарядку. Наверное, все-таки этот поставить надо. Так, подключил. Клеммы у нас здесь прям хорошие, широкие. Выставил 5 ампер. И вот у нас емкость с вами побежала. 40 секунд уже. 12 было поначалу, сейчас вот 13. Сейчас немного постоит, полчасика на 5 амперах. И после 5 ампер я уменьшу до 2. И будет уже дозаряжаться до утра. В общем, подождем, посмотрим финалочку.
через, получается, 3 часа заряда ток начал снижаться самостоятельно. Но мы ему поможем. Ток уменьшим до 1 ампера. Пусть он немножко, потому что банка центральная все равно в перезаряде. Начала нагреваться, поэтому до утра так оставлю, чтобы побольше нагнало. Емкость составляет почти 14 ампер. Вот можно считать, что когда ток снизился с тока зарядного и уменьшается, можно считать, что у нас у этого аккумулятора на 1 ампер больше, чем у прошлого. То есть составляет 14 ампер. В принципе, на этом можно видео закончить, потому что если я завтра вам покажу, то цифра будет под 20 ампер. Но это уже как бы никуда не годится. Так что у этого аккумулятора емкость поболее. И это можно наблюдать на ваттметре. Это для тех, кому было интересно. На этом я говорю пока. Всем удачи. До новых встреч.